B-Movie — это самый странный кусок высокобюджетной полнометражной 3D-анимации, который когда-либо осмеливался называть себя фильмом. Ну, я бы поспорила, я есть понял, еще мне понравилось. Полный расколбас, например. Что полный расколбас? Ну, по поводу странных мультиков. Мне кажется, полный расколбас страннее, чем B-Movie, хотя... Не, но он специально сделан странным. Ну, а может, B-Movie... тоже специально сделан странным. Ну «Любовь, момент, пчелы, момент «Любовь пчелы и женщины». «Любовь пчелы и женщины»? Да, может, это подумают, очень странно. Странно, что нормально. «Любовь» и без того был достаточно отбитый. Иногда чересчур. Но ничто из библиотеки студии не смеет тягаться в непоследовательности сюжета и полном отсутствии контроля за происходящей на экране кавалькадой еврейского стендапа с «Би, мать его, муви». Чем больше я думаю о нем, тем меньше понимаю, как он в принципе способен существовать. И интернет, превративший его в живой мем, со мной солидарен. Но вопрос, почему? Как вышло, что набору спорных скетчей уровня субботнего ситкома выдали съемочный бюджет в 150 миллионов долларов, объединили как-то отдаленно напоминающим историю и бросили в кинотеатры на растерзание детям. Да просто на вписки к Спилбергу ходить надо, а не дома хиковать. История создания B-Movie, какой бы короткой и абсурдной она ни была, в разы интереснее самого фильма, и чем выше уровень продакшена в таких случаях, история интересная. Смотреть, как поезд врезается в шипованную... Надо было просто снимать, типа, за кадром, бэкстейдж, и он бы больше собрал. Возможно. На полной скорости. Так, давайте этим и займемся, собственно, сразу после сообщения от спонсора. Кинобитва — это молодой канал, посвящен Ром и сделай захват 5 в B-Movie. Ой, свет у себя в глазах, то, скорее всего, вы осведомлены об экстремально мемном статусе B-Movie. Если нет, то достаточно просто заглянуть в Google. Боже ты это мем мой, по B-Movie. Сколько тут этого дерьма. Хотите впечатлить женщину мечты мужицкими мимосами, спросите B-Movie, как на неделю хватит. Ну или если вы хотите сразу гол забить в ее ворота, то YouTube ваш лучший друг. Полный сценарий B-Movie, но я ору каждое слово. I can't! How can I start it? You're like this! И к этому моменту вы уже наверняка задаетесь вопросом, что в этом фильме должно быть такого, чтобы спустя 8 лет его почему-то подняли и замемили до смерти? Ну, чтобы найти ответ на этот вопрос... Он старый, да? Да, он написан был 2007 года, но почему-то мемом он стал, как обычно, как знаешь, это как хорошее вино, которому нужно полежать, насытиться, там, я не знаю... какими-то благовониями пещеры, и потом он становится нет, еще смачнее. Просто кто-то популярный взял, запостил мем, поорал с этого и понеслось. Ну да, да, как всегда это бывает. Хочет обратиться к личности его создателя, к Джерри Сайнфилду. Поднимите руки, кто пытался смотреть постмодернистские ситкомы 90-х. Никто? Отлично, я тоже нет, потому что кроме Монти Пайтона, он такой всего один. Это Сайнфилд, державшийся в эфире с 89 по 97. Вы могли слышать о нем благодаря вот этому. А, это музыка, видимо, из этого... Оттуда, да? Если да. Серьезно, то сериал был создан Джерри Сайнфилдом по образу и подобию своей фамилии с концептом шоу про то, как артист-комедиан собирает рабочий материал. Вышло так, что финальный продукт очень хорошо демонстрирует повадки и жизненные ориентиры человека, который потом пойдет снимать B-Movie. Нет, серьезно, он именно так и делает. Хрен вы, хипстеры, уважали B-Movie, когда это еще не было модно. Я уважал еще его бабушку нахер. Джерри Сайнфилд снял ситком про самого себя, начиная персонажами, основанными на образах людей из его жизни, и заканчивая сюжетами, основанными на его личном опыте. Проект часто описывают как «шоу ни о чем», фраза, взятая напрямую из одного метапародийного эпизода, но по факту все совсем наоборот. Сайнфилд показывал ситуации, в рамках которых шутки пишут сами себя, где персонажей можно просто поставить перед камерой и наблюдать, как они будут реагировать на происходящее. Такая странная чуть ли не... А, так это же называется реакцией. Когда персонажа ставишь напротив камеры, и они там должны что-то на что-то или, реагировать. Или это называется стендап. А, возможно. Когда ну, стендап... тебе ничего не подготовлено. Нет, ну стендап и... это подготовленные фристайл, шутки. Фристайл. А, фристайл в стендапе. Да, вот так это будет называться. Упрощенная вариация. Реакция то же самое перед камерой, но без шуток. Сцены и выставляет себе границы. То есть еще уныли? Да. Или что? Насколько я понял, импровизации в сериале было крайне мало. Эта формула принесла Джерри Сайнфилду успех по всем карьерным фронтам. Сериал продержался 9 сезонов, что для ситкома более чем отличный результат. Часто выходил в топы телевизионных рейтингов, брал Эмми, в общем, все с ним было хорошо. Пока в 97-м он не решил повесить шляпу на гвоздь, в силу, цитирую, желания сосредоточиться на личной жизни. Не, ну чё, я видел и более сопливые отмазы. В конце концов, мы с вами его не знаем и не имеем никакого права его судить. Какой же вывод в таком случае мы должны были сделать за последние 2-3 минуты? Джерри Сайнфилда нельзя подпускать к полнометражному кино. Юмористический стиль, который он использует, на мой взгляд, подходит только типа для ситкомов. А наличие полноценной длительной сюжетной линии, где есть какие-то глобальные конфликты, где есть арки... По факту, если смотреть B-Movie... Там реально как будто нет сюжета, он такой странный. Он похож на какой-то странный сон. Сначала тебе все понятно. Есть пчелы, которые трудятся, да, которые там в этом улье живут.
у которых там какое-то свое предназначение. Сначала концепция понятна, а потом начинается какой-то пипец, когда он вылезает с этого улья, потом находит какую-то женщину, потом внезапно с этой женщиной они там что-то какую-то защиту цветочков, а после защиты цветочков почему-то они там начинают какой-то бизнес мутить, а потом они что-то начинают судиться, а потом они вообще влюбляются, а потом вроде, что-то показывают суд с пчелами. Начало, и сначала все пчелы его не любят, а потом такое... все от него фанатеют. Начало вроде такое логичное. Ну, как вы знаешь, мультик типа «Жизнь жуков», какой-то «Марвианс», да, что-то такое. А потом какой-то начинается пиздец, а потом пиздец накатывается и больше пиздец. Это такое уже... А потом они такие еще типа, о, у нас там романтик, и почему-то мужик ревнует свою девушку к пчеле, и ты такой, что? И все. Так далее, это для него странный яд. Вы знали, что у него было правило никого не обнимать, ничему не учиться? Не подпускайте этого человека к большому экрану, ради бога! Но они дали. Они дали. Крупная анимационная студия в индустрии, где даже профессионалу с громким именем бывает сложно запичить свою идею. Они дали Джерри Сайнфелду 150 миллионов долларов. Ну, бюджет очень солидный. На съемки. На мультик. Мужику, не, ну он же качественный все-таки. Ни одного... Поэтому он дорогой. Ага, давай посмотрим, сколько... Вот в 2007 году он вышел. Да. До 2007 года уже выходило Over the Trillion какого-нибудь там Диснея, там DreamWorks и чего остального. Давай посмотрим, какие у них были бюджеты. Не, на мультики все будут дорогие, Алина. Я они понимаю. Они дорого стоят. Но они сделаны, у них графика лучше, чем в B-Movie. Для 2007 года там были мультики с гораздо более крутой графикой. Лучше, но здесь тоже неплохая графика. Здесь в графике все заебись. Она все хорошо типа делала. Здесь, там стрёмный здесь сюжет. Дело в сюжете. Он странный. Сюжет, понимаешь... Он странный. Да он похож на странный сон. Мультфильм не на это деньги пошли. Свою жизнь. Кому-то в карман? Зачем? Ответ еврейское лобби. Но подождите, давайте сначала поднимем ставки еще немножко. B-Movie вышел в широкий прокат 2 ноября 2007 года к довольно неприветливому приему критиков и аудиторий одновременно. За время проката он не смог даже выйти в минус. Возможно, мир затащил, но по общему количеству одноклассников, ходивших в полосатых толстовках в школе в актуальное время, я бы не стал надеяться. С пиаром проблем не было. Помимо стандартных студийных приемов, сам режиссер активно участвовал в кампании, что символично в своем фирменном юмористическом стиле. Оделся в пчелу и пошел так на... Это реклама? Живая реклама работает как часы. А нет, не работает. Ну и хрен с ней в принципе. Главное же, что фильм хороший, правильно? Нет. Нет. Взглянем на него в отрыве от окружающей поп-культуры на минуточку. Что B-Movie из себя представляет как кусок кино? Вкратце, он представляет набор ситкомовских скетчей и гэгов, объединенных натянутым сюжетом, основной конфликт которого открывается где-то наполовине, после чего скатывается в скучный судеб. Слушай, я помню, что мы с тобой не так давно, в принципе, смотрели B-Movie, да? Чтобы минус посмотреть. Угу. Ты смеялся хоть с одного момента? Я что-то не помню. Я бы, по-моему, ни с одного не смеялась. Ну, нет, нет. Наверное, нет. 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 Что-то, значит, как-то юмор, наверное, нам не сработал. Ну, потому что он все-таки не для нас. Да, ты думаешь? Ну, да, он не для нас был. Для кого? Для американской аудитории был? Или что тут было не так, скажи мне? Для детей. Подожди, а что там был за юмор, в принципе? Нет, как для детей? Там были пасхалки, отсылки на какие-то американские шоу. Ну, поэтому это помнишь, было странно. Там, поэтому когда это было странно. Они судились, он внезапно был взрослый юмор с какими-то взрослыми какими-то политиканами или что-то, или там кого-то позвали, типа шоу Ларри Кинга, и там что-то вот это вот было, какое-то там аллюзия на него. Что? Зачем? Кто поймет? Взрослые? Учебный процесс, а под конец вам покажут немного прогрессивной техники типа отрендеренных моделей облаков. Не, ну если 3D-облака уровня рендера 2007 года это ваша тема, то можете смело покупать Blu-ray в принципе, но все остальные останутся разочарованы. Фильм попросту скучный. Неопытность Сайнфелда в вопросах производства полнометражек и мейнстримной мультипликации палится моментально. Спасает его разве что профессионализм команды исполнителей на техническом уровне. Сразу отмечу, что с графоном все в порядке, и эту статью высокий бюджет обеспечить способен. Цвета яркие и сочные, детализация очень... На то время, да, на то время хорошо было. Я не шучу, они написали алгоритм анимации волосков на заднице пчел. В сцене, где они всей толпой поднимают самолет, рендер постоянно крашился, потому что мощности тупо не выдерживали столько мелких движений одновременно. Пришлось выкручивать снижением детализации на отдалении. Этот фильм снимали люди, которые понимали, что творят. Все, кроме одного, хотя некоторые годные идеи... Самого главного, да? В основном на этапе концептуализации. С такой точки зрения, Сайнфелда можно было бы назвать идейным сопартийцем Адама Сэндлера. Он хорош в придумывании общих идей. И больше особо ни в чем. Может, они тоже евреи. Они сами над собой тоже постоянно иронизируют, так что и мне можно. Все нормально. 282-я статья. Нет, кому-то можно, а кому-то нет. Нет. Можно, если ты сам еврей. Если ты сам еврей, можно смеяться, если ты над евреями. Либо когда тебе говорят книга, но если ты говорит именно книга, тебе книга, то как бы можно. Знаешь, когда ты пытаешься цензурить, это звучит гораздо хуже. Да.
Серьезно, как мы с тобой спикали кролика Питера. Да. Пожалуй, не надо так цензурить. Ну, вы поняли, да? Да, конечно, да. Поняли. Ему было много неплохих не все можно. Идей для шуток. Акцент на слово единичных как на типологию, так и на причину, по которой вы, скорее всего, ни одной из них не помните. Попробуйте ткнуть в любой рандомный отрезок на таймлайне. Велика вероятность, что вы наткнетесь на какую-нибудь словесную перепалку или отсылку, панчлайн в которой понятен моментально, но почему-то не смешно ни хрена. Смотрите, Ларри Кинг жива, это смешно, потому что он выглядит странно и существует в реальном мире. Смотрите, Патрик. Нет, Уорбурта, просто ссылка на Ларри Кинга. Пока единственного адекватного человека во вселенной фильма. Патрик Уорбуртон, это вот эти вот ребята. У него очень аутентичный голос, его постоянно берут играть самого себя в роли пафосных гондонов. В этом шутка. Узнаваемость варьируется от нации к нации. Понятное дело, что американцу мемы про жирных адвокатов, отыгрывающих образ Гласа Народа, или про крушение самолетов ближе, чем русскому. Но эффект внезапно одинаковый. Это снова это лицо. Веришь? Веришь, в 18-м году такого правила не было. В 18-м году такие ролики проходили цензуру. Да. Но события сентября сейчас — это очень деликатная тема. Ну, тут просто правила усложнились. Да, вообще жестко. Они даже могут страйки херануть. Может, первые большинство из них смогут предсказать заранее, а вторые не поймут, потому что не ЖЗ. Но давайте дадим фильму небольшой кредит доверия и притворимся, что эти шутки имеют потенциал для некоторой неопределенной аудитории. Могу предположить, что для кого-то имя Сайнфелда автоматически намекает на уровень контента, который в свое время предоставлял ситком. Фанатам понравится. Что насчет всех остальных? Что насчет детей, на которых всегда работает студия? Что насчет взрослых, которые тупо не смотрели Сайнфелд? Что насчет широкой тогда аудитории? Это было можно. Что она может отсюда получить? Нормизы, ну, да? Включаем по тому ютубу. Историю о том, как пчелиная принцесса Нытик хочет большего от жизни, но потом тусит с человеческой женщиной под разговоры про джаз, но потом вас заставляют смотреть на скучный судебный процесс за права на мировые запасы меда где-то полчаса, но потом все скатывается вообще куда-то в небо, потом фильм заканчивается, а вы пытаетесь понять, где именно в нем был центральный конфликт и почему вам должно быть не похер. Батя Джерри, да, наверное, демонстрирует свою неспособность выдерживать последовательное повествование. Ты даже за этого героя не переживаешь. Тебе наверное, он стал каким-то гондоном. Да он как будто и был каким-то гондоном. Мне как-то, в принципе, ну, нет, сразу... начинал он, как обычно, так что такой... Какой-то такой, пиздюк я... такой, бегает, такой, я не определился, я не хочу всю жизнь работать, мне не нравится, такой, я хочу что-то большего, я рожден для лучшего, такой, ладно, хорошо, допустим. Полутора часов. Он работал как может и снимал сборник из трех серий ситкома, параллельно пытаясь выучить анимационную режиссуру с нуля. А более от последнего свидетельствует его цитата на вопрос возможности сиквела. Я думал об этом, но потом понял, что его наличие немного обесценит иконичность оригинала. Но мои дети просят меня его снять. Огромное количество людей просят меня его снять. Огромное количество людей, не шарящих в том, что такое анимация. Потому что если бы они шарили, сами бы ни за что не согласились. Трагедия нашего времени. Как трагично. Очень грустно. К сожалению, грусть и трагедия не повышают качество продукта, за который с нас требуют денег. А с качеством, как оказалось, все довольно плохо. Причина, по которой B-movie замемили вдоль и поперек, понятна сразу. Та же, по которой мемит, например, типа Холод, слишком плохо? Степени. Что хорошо, будь здоров. Осознать, каким образом подобный фильм в принципе способен существовать и не на находит моментального ответа, он включает свою самую базовую защитную реакцию — юмор. Я не нахожу высер Сайнфелда смешным или даже интересным, я забыл его после просмотра моментально и не чувствую... Да, мы тоже не могли вспомнить. С другой стороны, это было смешного. ...гораздо большей культурной ценностью, чем та, которая... Если что я помню про B-movie, странные подкаты пчелы к женщине. Какой-то юмор был, но он какой-то был не смешной. Я помню только, что он подкатывал к тетке. И это было так странно. И у него как будто тоже к нему были романтические чувства. Это было еще страннее. Да. Я вообще-то что-то от этого сидела и херевала. Который он когда-либо смог бы наделить себя сам. Вкратце, интернет странный. Большой шокер, я знаю. Но погодите, мимо это, конечно, хорошо, но на главный вопрос дня они до сих пор не ответили. Все-таки, как подобный фильм в принципе может существовать? Еще раз, крупномасштабная анимационная... Легко, есть чувак, у которого есть много денег, и он такой приходит и говорит, я хочу. И такие, нет, это говно. Он говорит, мне похер, это мои деньги, я хочу. И такие, ну ладно. И все. И оно существует. Да, оно существует. Студия с мировым именем, которая производит только AAA проекты, посадила на режиссерское кресло престарелую звезду ситкома, которая за свою жизнь не сняла ни одного мультфильма, дала ему 150 миллионов. Я только что заметила, что у Культаса есть Футурама, кризис кроссоверов, какая-то прям целая книга, глянь. Долларов и смотрю. Какое-то определенное время и даже креативную свободу, а потом очень сильно удивилась, когда результат немножко не оправдал ее ожиданий. Да, это же есть суперкислый конфет, Toxic Waste называется. Ну, такие... Buzz Lightyear, смотри, стоит. Да, вижу. Карта Симпсоны. GTA какая-то. Ну, короче, куча всяких прикольных штук. Это же логотип канала. А где он? Он прям там? На видео наложил. На плакате? На плакате, на видео наложил. Что-то здесь, блядь, не сходится. Та фраза про еврейское лобби, которая звучала как плохая шутка на 2 секунды. Это не шутка.
Это правда. Это не шутка, это так на самом деле задумано. Найти прямые доказательства в пресс-релизах 2007 года оказалось на странность просто. Обычно студии довольно жестоко контролируют все то, что задействовано и в производстве. С Нарутой? Персонал говорит от актеров, до режиссера, до кого бы то ни было. Я подумала, там Наруто. Я в глаза толплюсь. Нужно минимизировать потенциальные потери прибыли и, соответственно, максимизировать их предварительную репутацию. Наверное, стоило стараться немножко сильнее, когда главный руководитель проекта является одной из его главных говорящих голов и очень языкастым, сука, юмористом в одно и то же время. Разрешите представить вам два исторических источника. Первый — интервью изданию Hollywood Previews от 1 ноября 2007 года, в котором Джерри Сайнфелду задают прямой, очевидный, казалось бы, вопрос. Как ему в голову вообще пришла? А, ладно, хорошо. Или зачем? Dinner with Steven Spielberg, and I was thinking about this idea, and I said, what about a movie about bees called Bee Movie? And he got very excited, said, that's a great idea, I love that title. Jeffrey's gonna love the title, and Нет? the next thing I knew, they had me doing it. But I really didn't have an idea. А, он придумал название? И он сказал, хорошо, а делай. А идеи не было. Серьезно? Просто название. Серьезно? Да. Серьезно? Ну да. Да? Но погодите! Есть еще больше! Блог на сайте slashfilm.com от 19 сентября 2007 года за авторством Питера Скиретты. В районе указанной даты Питер посетил пресс-собрание, на котором проходил показ клипов из фильма и встреча с режиссером. Второе представило нам некоторые... интересные цитаты. Это было просто название, но он настаивал на том, что я должен снять фильм. И вот 4 года спустя так и вышло. То есть его заставил Спилберг? Спилберг говорит, делать вы делаете. Серьезно? В конце концов, он же король евреев. Очевидная шутка от известного комика, но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. И чтобы понять, насколько велика эта доля, давайте на секунду вспомним, что такое вообще DreamWorks. DreamWorks — это кинокомпания, занимающаяся производством, продюсированием и прокатом кинопроектов на территории США и за рубежом, основанная Джеффри Катценберг. Прикинь, я думала почему-то, что Би-муви даже не DreamWorks сделали. Он настолько стрёмный какой-то мультик странный, что я думала, какая-то левая студия. Я вот вначале, когда говорила, говорю, ну как же, есть же... А что, DreamWorks не может плохие делать мультики? Что, они такое хорошее? У всех может. Есть критики. Ну просто думаешь, какой-то такой, знаешь, как будто какой-то артхаусный мультфильм, и что возьмёт какой-то ноунейм студия. Ну артхаусный, ну странный. Да, что-то странное, но не то, что артхаусный, просто ну, какой-то да. что-то... Ну странный. А для меня всё странное — это артхаус, понимаешь? Нет, Тархаус это слишком странно. В 1997 году после его ухода из Диснея совместно с такими интересными инвесторами, как Дэвид Геффен, и да, вы угадали, сучки, батя в здании. Чтобы вы точно понимали, в чем прикол, Катценберг и Спилберг давнишние кореша, и в первой половине нулевых, когда Universal еще не выкупил компанию, контрольный пакет акций принадлежал им. Для дела производства этот маленький факт означает то, что вопрос Гринлайта, вне зависимости от того, насколько автор идеи компетентен в вопросах анимации, в вопросах кинопроизводства или в вопросах вообще какого-либо производства, он на самом деле не так уж и важен, потому что добрый дядя Стивен, если у него шило в жопе заиграло в подходящий хочу момент, он может мультик просто пропчел. Позвонить в продюсерские отделы, приказать им готовить контракты, но остальное уже дело времени. То есть суммируем все вышесказанное. В один прекрасный момент Джерри Сайнфелд просто поехал к Спилбергу на вписку, где они предались сначала пищевым утехам, потом, возможно, алкогольным и также, возможно, что плотским, хотя последнее не подтверждено. В ходе беседы за работу Сайнфелд плохо пошутил, но Спилберг, скорее всего, будучи нахер наклюканным, сказал, зашибись, иди! Смешно. И очень сильно ей проникся. Слово за слово, и вот Джерри Сайнфелд уже запряжен на съемки полнометражного, крупнобюджетного, анимационного фильма, в то время как молодые, или, может быть, просто более опытные, ну или, в принципе, какие угодно другие ребята, сосут бибу. И по сей день стоят у ворот студии со своими питчами, доедая последний бутерброд. Потому что не умеют правильно хорошо подлизывать. И правильно ходить на вписки к нужным людям. Да, да, и все. Что однажды, это важнее навык, чем уметь анимации там понимать о чем-то. Не случится никогда. То есть технически, да, получается, что Джерри просто залоббировали его братья по, назовем это так, образу мысли. Вы не можете сказать, что я не прав, не так ли? Собственно, вот и вся история. Плохая шутка, которая переросла в концепт, который перерос в фильм, который не должен был существовать. Если вы когда-нибудь задумались, как это получилось, то, пожалуйста, теперь вы знаете... Можете перед друзьями в баре выебнуться, я не против. Только смотрите, чтобы вас не отпиздили и не сдали в дурдом. Подписывайтесь на мой канал кнопкой колокольчика, подписывайтесь на мои прочие социальные сети, где всегда происходит какая-то веселая движуха, особенно в Твиттере. Подписывайтесь на мой Patreon, если вы хотите материально поддержать меня в обмен на какие-то награды за свою поддержку.
И я не из этих, чтобы никто не подумал случайно, да, это абсолютно не так, это все шуточки, прибаутчики, я имею в виду, у меня есть еврейские друзья, вот я даже Олденом Эренрайком себе завесил свой любимый портрет Гитлера специально для съемок, чтобы ни у кого не было претензий. Короче, понятно, два чувака, один из них Стивен Спилберг. Ну, слушай, тогда. Это по версии культации. Второй друг. Ну, по тех, которые может, он нашел информацию. Все, может, кажется, все не так было. Не знаю. Может, они там набухались, он там рассказал. Что-то придумал. Вот. Не, ну он же показал ссылку на статью какую-то, которую писал, и на интервью вот эту вырезку, что он действительно так и было, походу. Просто, ну, говорит, я придумал мультик про пчел. Они такие, вау, крутая идея, давай мультик про пчел. Потом, он знаешь, мог пошутить. Они проснулись такое. С утра с Будуна, он такой, блин, я пошутил. Он такой, а мне похрен, мне понравилось, ты идешь и работаешь. И все, и так мульт появился. Не, ну как бы... Нет, просто... я не думаю, что они думали плохо его делать. Делали как смогли, просто подумали, что будет смешно, но это оказалось не смешно. Не смешно. Но это было нет, странно. Нет, может, кому-то и смешно. Может быть. Но это может, было просто... любитель. Но видишь, не зашло, не купилось. Это странный мульт.